На основании ходатайства главы Республики Карелия Министерство культуры пошло нам навстречу и достаточно оперативно согласовало вопрос перемещения объекта на новое место. Соответственно, были выполнены, внесены некоторые корректировки в уже согласованную проектную документацию Министерством культуры России. Мы со своей стороны, республика, поучаствовала в формировании земельного участка в Типеницах, там, где эта церковь займет свое место. Местные жители рады, с нетерпением ждут, когда этот памятник туда приедет. И в настоящее время наши карельские реставраторы, АРС Занечье, небезызвестная, которая занимается реставрацией Преображенской церкви, и Экситум, организация Иван Михайлович Осипов, директор этой организации, они занимаются уже сейчас реставрацией декоративных изделий. В настоящее время на площадке в городе Петрозаводск. Когда будет перенесена церковь? Планируется в 2016 году, потому что перемещение объекта возможно только зимой по зимнику, по укатанной дороге. Республика со своей стороны на запрос Министерства культуры обещала оказать содействие в подготовке дороги для перемещения конструкции объекта.